Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня на канале распаковочка посылки на рыболовную тематику. А пришли мне, друзья, вот такие вот блесны, колебалочки. Как вы уже догадались, копия Мэпс Циклоп в разных расцветках. И продавец положил вот такой вот подарок, что очень приятно. Это видно за столь массовый заказ. Крючки Камацу. Крючки довольно крупненькие. Ну, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Сейчас все аккуратненько разложу и посмотрим и рассмотрим данные блесны. Так вот выглядят все блесны. Конечно, друзья, удивила вот эта вот надпись 100% оригинал, Франция. Ну, реально даже смешно, что так китайцы пишут. Уже писали 100% копия. И вот фирма ФТК и Fish King. Как видите, блесны 100% одинаковые. И даже аннотация к блесне на русском, на английском, на французском языке один в один полностью похожи. Проверим на магнитик. У меня есть фирменная блесна Мэпс Циклоп. Здесь надпись есть. Made in France, выбито вес. И на магнит не магнитится. А здесь, как видите, пристают к магниту. Все магнитятся. Заказал 7 блесен разных цветов в третьей нумерации. И в такой расцветочке заказал блесну во второй нумерации. Блесны оригиналы очень уловистые. Также почитал в комментариях к этим блеснам. Все, ну, как бы многие пишут, что тоже довольно уловистые блесна. А для чего я их взял? В принципе, я их взял, потому что их не жалко. Как говорится, в новых местах, еще не разведанных, можно не боясь ее цеплять, кидать. И даже если там она где-то зацепится и останется на дне водоема, не так будет жалко потерять блесну за $1.5. А оригинал стоит, наверное, в районе 8-9 долларов. Посмотрим, как они будут играть. Что мне нравится. Расцветочки такие вот. Однотонные. Двухсторонние, как в оригинале. Особенно где вы знаете, что могут быть корчи. Не знаете дна. Не страшно использовать. Ну, хочу заметить, у меня вот есть отцеп. И я пробовал данным отцепом отцеплять колебалочки блесны. Мой отцеп очень даже неплохо справлялся с этим делом. Видео есть у меня на канале. Вот там я показываю, как пользоваться отцепом. И даже вот блесну Мэпс Циклоп я снимал спокойно своим отцепом с коряги. Вот это вот сразу хочу сказать, наклеечки. Это не краска. Это простая целлофановая такая вот наклеечка, которую можно отодрать, но пусть остаются. Щука своими зубами ее со временем все равно снимет. Сейчас ради интереса парочку блесен сниму и проведем
замеры и взвешивания. Распаковал, друзья, блесна. Ну, это что хочу показать. Как бы кажется, что блесна расцветка одинаковая, но они отличаются наклейкой. Здесь красная такая, а здесь черная. Давайте сейчас взвесим, померим, поищем отличия. Возьмем блесну Fish King. Положим тройничок. 28,5 грамм. И возьмем блесну ФТК. Двадцать восемь, 82 грамма. Тройнички здесь такие более не менее, за счет того, что они крупные. В принципе, они крепковатые. Возьму второй номер. Ну и тут здесь тоже крючок нормально не разгибается, пружинит. Так, сейчас еще одну блесну ради интереса взвешу. 27,5 грамм. То есть даже заготовки под блесны отличаются весом друг от друга. Двадцать восемь грамм. И сейчас возьмем второй номер, померим, взвесим. 19. Почти 20 грамм. Ну, продавца заявлено, что большие блесны. Третий номер весит 30 грамм, а второй номер весит 20 грамм. Ну, в принципе, оно все так и получается. Блесна третий номер 9 сантиметров, если смотреть без тройника. Ну, с тройничком и с кольцом заводным получается 13 сантиметров. Второй номер. Сама блесна 8 сантиметров. С тройником и с колечком получается 11 сантиметров. Как бы блесны имеют право жить на жизнь. Будем пробовать их разлавливать. Что получится, как получится, на какой цвет получится ловить. Все смотрите в моих видео по рыбалке. Будем пробовать, экспериментировать и, надеюсь, ловить рыбу. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ссылочки на блесны будут в описании под видео.